Итак, всем привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами снова Санчес и Фума. Этот мод нам добавляет возможность генерировать мир чуть-чуть по-другому, теперь генерироваться будет еще и водопады. Давайте посмотрим, как это выглядит и как это реализовано, и как это красиво, и что это нам даст. Давайте посмотрим, что же изменилось. Так, пока ничего такого не видно, давайте полетаем, посмотрим. Так, полетаем. Полетаем, посмотрим. Вот, как мы видим, уже вот такая вот неплохая это появилась. Сейчас она еще прогрузится. Внизу у нас лава. И да, кстати, я так понимаю, это может служить хорошим подмастерьем тому, что можно добывать хорошие ресурсы. Так как мы видим уже тут, вот, допустим, сможем сразу добывать вот такие вот ресурсы. Это многим поможет. И вообще, по сути, сам себе красивый мод. Это очень круто сделано. На самом деле, я, на самом деле, скачал себе его и буду проходить с ним игру, скорее всего, сам для себя, вот так вот. Я думаю, всем стоит скачать этот мод, кому это понравилось. В общем, заходите на сайт, там вот найдете этот мод и скачайте оттуда. С вами был Санчес, комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. Пока.